Москва, Ленинградский вокзал, Сапсан. Думаю, уже понятно, что «Локомотив» отправляется на главный матч этой осени в гости к питерскому «Зениту». Куда мчит «Локомотив», мы поняли, а вот как он это делает, сейчас узнаем. Пошли! Какую максимальную скорость он развивает? 250. Сапсан вообще сейчас самый быстрый поезд. В России, да. То есть я правильно понимаю, что вот вы просто встали на рельс, на рельсы и едете, едете? Ну, как едем? Не, то есть не надо там право-лево рулить, вот это все? Нет, право-лево не надо, конечно. Два слова буквально о футболе. Вы футболом как? Болею. Сейчас нужно ответить правильно. За кого болеете? «Спартак» Москва. Вот вы за «Локомотив»? Да, конечно. Вот, правильно, это начальник поезда. Мне больше всего из всего «Сапсана» понравился ваш костюм, честно говоря. То есть перчаточки, фуражка, вообще очень прям стильно, очень круто. Я готов через 2 года вам его подарить. Почему через 2 года? Потому что через 2 года у меня выйдет срок годности этого костюма, и мне выдадут новый. Наша компания заботится о нас. Я запомнила. Сколько всего «Сапсанов» в России? 16. Кстати, поезд занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный высокоскоростной поезд. А сколько в день отправляется вот Москва-Питер сообщение? На данный момент сейчас от 14 до 16 пар поездов в день ездит. Короче, друзья, «Сапсан» – это просто топ. Мне прям очень понравилось. Традиция моего каждого репортажа – это сделать красивое селфи. Как проходит поездка? В штатном режиме. Все хорошо? Без происшествий, да. А вы знаете футбольную команду «Локомотив»? Да, естественно. А вы за нее болеете? Ну, как железнодорожник, конечно же. Вы знаете, на какой матч мы едем? Матч с «Зенитом». Еду в Санкт-Петербург, в магазин «Гуччи». Вы поближе подошли, потому что уже ждете, не дождете, хотите дать интервью? Нет, просто это наше место. Ты нам нужен в сюжете для девушек. Много фанаток у тебя. Нет, вообще самый красивый Чика, но девочки любят тебя почему-то больше. Так вышло. Ну, у тебя просто жена есть, брат. Вот Артем Галаджан сказал, что он едет в Питер в магазин «Гуччи». А ты зачем едешь в Питер? Я? Не знаю. За бургерами тогда, если он так сказал. Какие ассоциации со словом «баклан»? Дзамбик. Что? Вот этот. Он баклан. Он баклан? Я гордо кавказская. Все. Красавчик. А если на игру придет Роберто Манчини, ты соберешься или будешь паниковать? Не, ну если Роберто Манчини, то не буду. Если Юрий Павлович, то чуть-чуть подсяду. Кто сильнее? «Сокол Сапсан» или «Питерский баклан»? Мне так нравится эта рифма, я поэтому постоянно хочу ее произносить. Конечно, «Сапсан». Что делаете? Мы занимаем время, по которому сейчас пути, чтобы было весело. Кто чемпион? Не будем говорить чемпионы. Те, кто в черном. Я не знаю, кто играет в молодежке «Зенита», но у меня вот такой вопрос. Там тоже половина команды аргентинцев, как в основе? Нет, там молодые игроки, в основном, 99-го. Молодые аргентинцы? Нет, ну не аргентинцы, потому что, наверное, еще молодых они не нашли. Почему ты один? Я жду тренеров. Они сейчас покушают и придут, и опять начнут мне байки свои травить. Например, что они тебе рассказали, интересно? Мы ездили в Грозный. Ну нет, это байки чистые. Мира всегда читает. Я сколько с ним куда-то не вижу его в пути, все время читает. Про финансистов, Франка Каупера, вот да. Чего финансы подаемся чуть. То есть ты тоже юный предприниматель? Ну, я уже предпринимаю всякие. И что ты предпринимаешь, боюсь спросить. Так, по мелочи двигаемся, малый бизнес там. Поднимаемся. Ну ты давай, когда там поднимешься, не забывай старых. Я из чего возьму. Угу. Просто команда чтецов. Что читаешь? Показывай. Теперь не отвертишься. Так, значит, Илюша у нас юный психолог. Оказывать влияние на людей. На кого ты собираешься влиять? Расскажи, какие у тебя грандиозные планы? Да не, так для себя. Во что играем? Буро. Что это за игра? Бур-козел называется. Кто козел? Он. А ты царь. Отличное интервью, спасибо, ребят. Будем болеть за «Локомотив». Будете болеть? Да. Молодцы.
молодцы. Спасибо. Слава РЖД. Спасибо.